сообщает ТАСС о заявлении Пескова, что как акт агрессии против России расцениваться будут по новым территориям удары. Но, наверное, об ударах речь идет. Которые... Да что такое? Которые последуют уже после боев вокруг Лимана. А я устраивать продолжу. По поводу их неспособности понять пословицу. Когда в хвосте начало, то в голове мочало. Среди людей свары. Указанием на то, что понимание это недоступно для любого на земле. Профана. Записывая, напоминаю об этом ежедневно людям с утра до вечера. Вот как сейчас. Вот такие вот дела.